Che c'è una rama aggressiva. Там поточку на автобус ехать. Охренеть, $1. Я второй раз вижу. Ага. Там пацан улетел. Сейчас бы за $1 возить всех. Я за 50 рублей. За то, что ты деньги дали, в общем, не за то, что ты звонишь, а за то, что у тебя это. Но если ты трэш провел, это уже 2000. Ты будешь ему не заплатить не $1, а ему заплатить минимум 5000 в году. Платит на себя. Охренеть, $1. Фрайд такой. Ага, я помню, Фрайд такой, это, о, завод, $1. Там все легко. Ну, может и нет. Я не знаю. Сейчас пока покажите. Шабриников, он тоже здесь. Он, у него, блядь, нормально. Сейчас тоже кони. Ну да. Тут там вот этот пацан 90 пинку он играет спокойно. С таким пинком невозможно играть. Ну да. Кстати, нам еще долго ехать. Я когда возил, знаешь, как учителя возить? Это так лениво, ты дебил. Да? У пацана 606 пинг. Тут у пацана 600 пинг. Сейчас скажу. Да, тоже нашел. Тут минус, что на всех остановках надо останавливаться. Даже на тех, где людей нет. И что, прикол? Ну да. У машин халявные. Ну да, ну вот здесь есть пацан, но... Даже бы все не было у нас на месте. Ну да. Я на маршрутке это, а не футболе. А мне что? Я никогда не езжу. Я только это, если на тренировку, то и то редко. Я по вторникам, четвергам. Ну да, автобус что там? Там, да, там, ну, я только если обратно, и то редко. Там, ну и в нем еще мест больше, вот что плюс. Он жирный. Мы уже едем 4 или 3 минуты. Это довольно долго.
Ага. Он правильно едет. Я когда ехала, я так же еду. Там по зеленым, по красным точкам едешь. Ну, знаешь, как в гонках, знаешь, ехать. Как в гонках. Вот как в гонках, знаешь. Вот, видишь, на остановке снизу. Знаешь, это в гонке, знаешь, в игре самой. И там такие... Ну да, там такие еще красные точки. Вот там, по таким же точкам ты на автобусе ехаешь. Ешь, точнее. Ну да, надо сейчас косарик заработать, наверное. Нет, особо эти деньги нужны, потому что мне сейчас зарплату будут выдавать. Мне в 11 часов зарплату выдают. Знаешь, они... Ну, понял, да? Хотя, может, мне и не выдадут, кстати, зарплату, я хрен знаю. Мне в 10 часов должны 2К дать. Ну, вот сейчас 10.56. Ага, до свидания. Я тоже выпрыгнул. Банально. Только здесь не надо переодеваться, не переодевайся здесь. Если ты здесь переоденешься, ты будешь работать на разгрузку. Стой. Погнали. Идешь, да? Я уже на этом... Кстати, ты не знаешь, но у меня есть серия, где я здесь один работаю. На этом заводе я один работаю. Здорово. Это завод. Я на нем один работаю. Пошли, иди за мной, короче. Вот, бери, короче, здесь, вот здесь бери. Вот так. Опа. И жди вот этих пацанов. И мы подходи сюда. Стой. Отойди, дебил. Охренел. Ну вот, пошли сюда, пошли сюда. Я все. Да стой, да иди, подойди ко мне. Подожди, подойди. Вот я здесь стою, погоди, сейчас я делаю все, погоди. Вот, становись как вот на это место. Становись на красную точку. Вот сюда установись, где я стоял. Опа. Понял теперь? Потом одно. Нет, он сам все делает. Потом опять берешь железо и да. Неси туда. Ой, у тебя не получилось сделать. Бери еще железо, вон сзади. Вот так. Вот, погнали за мной сейчас. Погоди, все, иди за мной. Погнали. Я не знаю. Ну и так то работать. Сколько захочешь. Это наше место постоянное. Я, кстати, я здесь уже второй раз работаю. Не знаю, я второй раз уже здесь работаю. Я работал в какой-то серии там, когда я еще, кстати, когда у меня еще второго левела не было. Кстати, для этой работы права не обязательны. Вот здесь есть. Ну вот. Что-то тут отверточка ковыряемся и все. Да, что-то отвертка ковыряем реально. А тут интересно сломать можно? Погнали. Вон наше место. Кек. Ну так, короче, работаем и все. О, медали зарплату. Медали 1799 рублей. Погоди, а где они? Эй, у меня сломалось. А где мои денежки? Нет, мне деньги не дали. Ну, которая зарплата. За когда я работал, в курсе, мне сейчас не дали. А что не работает? Погоди, железо. Отверточка. Блин, а что мне денег не дали? Как их взять деньги? Кстати,
Кстати, у меня скор уже это как-то мало. Ну, третий уровень у меня не скор, зато третий уровень можно работать таксистом. Таксистам невыгодно, потому что за топливо больше платишь. О, привет, Нер. Че, какого хрена мы в коробочке отверткой ковыряемся? Это не то, что нелогично, это просто нелогичище. Гони. Жопу прикручусь. А где эти деньги, брат, не знаешь? Я имел в виду деньги, я имел в виду мои деньги, которые я заработал. Ну, ну, все, я знаю. Давай, короче, сейчас еще раска два сделаем и все, и можно будет уходить. Давай три. Тут, да хрена ли, тут, кстати, людей, походу, больше, чем на шахте. Я сейчас второй раз буду уже делать. Таро. Так. Мне остался сейчас последний раз. Нет. Все, сейчас последний. На подушку. Все, я последний раз сделал. Крайне. И все. Нормально. Постой меня, подожди меня, подожди меня. Вместе, короче. Ты это видел? Я подлетел. В прямом смысле этого слова. Мне дали... Ни хрена, мне ты что дали? Такой, не... Ну, мне 900 дали. Не, все. Погнали, у тебя сколько тебе баблата? Ни хрена себе, блин, тебе этого хватит. Еще на 3, на 50 дней, блин, жизни, бомжом. Не очень, а где мне деньги брать мои? Может, банки где-нибудь? Банковскую штуку. Короче, велосипед только для первых уровней. А я второй уже. Короче, пошли за на автобус. Ты первый уровень. Постой, там автобус едет, погоди. Там автобус едет. А это не. Короче, ждем автобус. Короче, пока что поспим здесь. Ой. Постой. Вот сейчас. Спят усталые игрушки. Ха-ха-ха! Надо заканчивать.